have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, мы с вами продолжаем Rain World, знаю, выходит сейчас серии пореже. Это связано с двумя факторами, наверное. Первое, что мне бы хотелось сказать, все немножечко зависит, пожалуй, от сложности, которую для меня представляет игра, и та игра, в которой мне приятно проводить время, пожалуй, я бы ей уделял бы побольше времени. Эта игра, я не могу сказать, что она мне разонравилась, нет. Но... Так, сейчас я вспомню, как это делается. Здесь сложно, и то, что это сложно, опять же, в этом вроде как нет ничего страшного, но это иногда отталкивает, когда у тебя есть вечерочек посидеть и чем-то заняться, и у тебя есть выбор посидеть, записать интересную, но сложную игру после того, как ты устал. Кстати, огромное спасибо насчет кружочков. Слаг, по-моему, это ты был, который мне сказал, да? Что кружочки означают время цикла. Как только оно закончится, то трындец. Это чертовски полезная информация. Так, стой, это можно жрать? Нет, я не помню. Можно. Так вот, иногда, к сожалению, деградация берет верх, и очень тяжело себя заставить сделать что-то, что, например, это уж, извините, такая природа человеческая, она же, наверное, лень, да? Ты можешь, пожалуйста, в эту сторону смотреть? Вот, поэтому я же говорю, что игра мне нравится, отказываться от нее не собираюсь, но с другой стороны, блин, там что-то ползет. А это то место, где меня убили, отлично. О, погоди, это фигня съедобная, я ее знаю. А я не успею уже к нему, да? Стой. Стой, а ты можешь... Нет. Блин, я тебя убил из-за того, чтобы один глаз покушать. Я забыл, что я только что наелся. В общем, также, исходя из ваших комментариев, понял многие вещи. Во-первых, да, то, что есть время цикла. Всегда нужно планировать свое время. Ну, в принципе, я, наверное, об этом даже знал. Не скажу, что это было для меня такой шокирующей новостью. Но все же, да, спасибо. По крайней мере, я теперь точно вижу, сколько времени цикла прошло и сколько мне надо добраться до убежища. То, что мне немножечко не понравилось из всего, что здесь происходит. Ой, блин, тут уже какое-то говно ползает. Охоться на... Давай, я пошел. Так вот. Я не пройду через темноту без фонарика. То есть просто по темноте я не справлюсь. Вот. А чтобы достать фонарик, там прям нужно очень много чего сделать. Я не против того, что нужно много чего сделать. Но мы сейчас говорим про то, что передвигаться по поверхности можно... Ну, нам все время двигаться надо вправо. Это, в принципе, уже усвоено. Передвигаться по поверхности гораздо опасней. Вот. Хотя бы потому, что тут и птицы, и все что угодно. Тут и мимики обитают. Короче, ладно, пойдем. Вон, смотри, поползло. Блин, тут все равно тоже темнота. Даже здесь темнота. Я тут не пролазю. А здесь можно залезть.
сразу нужно планировать свой... Здрасте. А это то место, куда я приходил снизу? Стой. Нет, это вообще что-то другое. А, нет, 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 это то место, куда я приходил снизу, как раз да. Так, пойдем дальше. Возможно, я смогу найти убежище. Время заканчивается. Половина времени, кстати, осталось. Спасибо, оно мне помигало. Сообщило об этом. Как, чего, блин? Мне... Почему мне туда? Что там? А, теперь туда? Погоди, как это работает? Это какая-то новая лока? О. Эти светящиеся котята появились. Тут я могу подняться до конца прям? Звук начался. Это фигово. Где чертово убежище? Я прям начинаю уже нервничать. Ну, то есть времени остается реально мало. Тут вниз можно, я тебя понял. Я могу по этой штуке вниз залезть или нет? Проход вниз там. Фига себе, тут приключения идут. Спасибо котятам, по крайней мере, что они есть. А каким образом я должен тогда планировать... Стой, а как мне туда попасть? Нет, стой. Лезь. Ну, я это израсходовал. Вот сейчас стало вообще печально. Если я сейчас опять в дождь попаду, что, в принципе, скорее всего и будет, потому что времени у меня осталось крайне мало. О. Я уже все отчетливее и отчетливее слышу. Блин, убежища все так же и нету. Есть какие-то болота. Так, первая вибрация пошла. Это фигово. А я не могу подсветить себе никак, ничего. Вторая вибрация пошла. Я тут уже никак не выберусь. Да, времени вообще не осталось. Вот туда типа наверх можно выбраться, но я уже не успеваю, видимо. Да и мне это, скорее всего, мало чего даст. Нет!
Почему сейчас мне мое чутье не подсвечивает? А, ну ладно, я же говорю, что... Вот, пошел дождь. Этот забег будет пробным? Я сейчас максимально посмотрю. Я упал, блин. Это фигово, что я упал. Убежище. Фух. Давай спать, дружище. Это было прям максимально опасно. Уже прям дождь начинался. Но я до сюда дошел. Опять же, в полной темноте. Два совета, которые я получил. Или идти поверху вправо. О, привет. А ты кто? Или же вернуться аж в предыдущую зону. Там через два шлюза. И там идти поверху вправо. Но я же говорю, что поверху. Оно звучит и выглядит чрезмерно опасно. О, это я... Убил одного этого, да. Угу. Фух. Ну, пробуем. Я не знаю, куда дальше. На самом деле, это максимально дискомфортно сейчас чувствуется. Знаете, как не к ночи сказано, но... Когда-то я играл Фернхангер, что первый, что во второй. Так вот, да. Ого, давай просыпайся скорее. Играя в эти игры, они ощущаются максимально некомфортно. Ой, там что-то опасное наверху, а я туда. Погоди, это был фонарик? Отлично! Я получил себе фонарик и копье. Фонарик нужно не выкинуть, пожалуйста. Блин, с фонариком прям хорошо стало! Так, там что-то опасное. Можно сюда, можно сюда. Ну, давайте, нам направо, по идее. Давайте попробуем сюда. Можно вниз. Ну, давайте, раз нас спускают. И палка даже не обрывается. Вот так вот. Блин, на самом деле фонарик очень сильно меняет атмосферу. Я понимаю, что это очевидные вещи, я сейчас говорю. Пауки. Это те самые пауки, которые... Так, сюда я попасть не могу. Но мне туда, спасибо, это я понял уже. Фух. Так. Есть два нырка вниз. Хочу ли я? Я хочу посмотреть, что там, наверное. Меня ж никто не заставляет выныривать, да? Правильно, когда я приеду? Это что за место? Это ведет вот сюда. Хорошо, другое. Ох ты ж, глянь! И тут оно тоже ведет назад, и все это вон туда вниз. А, вот эти вот красные штучки, это что же, фонарики, я так понимаю, да? Не спрашивайте меня, зачем я иду назад. Мне же в другую сторону надо пойти.
Черт, а как мне вверх теперь? Эта штука агрессивная, нет? О, я могу... Ну, котика он схватил, кстати. Я не знаю, с какими целями он его схватил. С теми, которые я, чтобы типа просто посветлить. Но ему не надо посветлее, у него есть лампочки. Лампочку можно, кстати, запихать в рот в экстренном случае. А это не конец карты. Нет. Вот так. А как теперь? Я же убьюсь нафиг. Ясно. А, чуть-чуть не долетел. Так. Сохранился-то я без фонарика. Что плохо. Причем это очень далеко. Это охренеть как далеко. То есть там надо перепрыгивать, иначе шансов никаких нету. Красота. Музыка такая интересная началась. Блин, а где теперь? Он же что-то сам ко мне пришел, да? Этот другалек с фонариком-то сейчас. Это мне придется, грубо говоря, охотиться за ним. Блин, неприятно. Это все я проходил уже с фонариком. Теперь-то... Блин. Теперь я уже знаю, куда идти. Да, спасибо. Но... Оп. Путешествовать с фонариком было бы гораздо приятней. Давайте я, может быть, попробую сходить за ним, что ли. Я не знаю, как это получится. Вроде в правую, да? В правую, точно. К тому же я в этот раз не ел, что неприятно. Извини, дружище. Мне пришлось тебя убить, чтобы сделать свою жизнь комфортней. Ну, короче, да, они убиваются, кстати, с первого раза. Возможно, ну, я не уверен, опять же, не буду об этом сейчас громко утверждать, но, возможно, они тогда вообще не агрессивные. Хотя, ну, они выглядят как существа, которые умеют пользоваться оружием, а если они умеют пользоваться оружием, скорее всего, они умеют охотиться. Хотя, опять же, может, они охотятся на что-то более мелкое. Нет! Почему ты не зацеп... Я свои души просрал, блин, ну... Ай, Почему он не цепляется Ладно, сейчас вернемся уже там, когда буду. На этот раз я добрался и перепрыгнул. Ну, на это, кстати, ушло еще две попытки, к сожалению. Не получилось с первого же раза.
Ну, да. Я рано включил запись. Надо было просто сделать по-нормальному. Ну, нет, спасибо, куда там. А, у него тоже есть копье, и он тоже может его метнуть. А, до этого я просто приходил, втыкал ему копье в глаз, но в этот раз вот так получилось. Правда, он долго целится. Ладно, я здесь. Я уже особо перестал париться насчет душ, которые у меня были. Потому что я умер уже раз 6, наверное, или 7. Два раза меня убил этот чувак. Последний раз наша с ним встреча закончилась перепалкой, что я пришел к нему, и у меня с собой не было копья. И я такой, чего, блин? Вон, смотрите. Вот. И он в меня кидается камнями, я в него кидаюсь камнями, я у него выбил этот светильник, он мне следом докинул еще один камень, который мне прилетел в затылок, вырубил меня ненадолго, но после этого я очнулся, забрал камень и все-таки свалил от него. Ой, блин, я потерял просто дохренелиард жизни, делая все. Стой, это что-то большое. Не, я думал, это было похоже немножко на какого-то паука. Жемчуг. Жемчуг я возьму. Погоди, как? Вот так положить вещь. Жемчуг я возьму. Хотя бы один, я не знаю. А сколько можно... Одну же вещь можно запихивать с собой в рот, да? Еда. Отлично. Это, прикиньте, дойду до убежища, если вдруг дойду. Я даже не знаю, сколько там времени осталось. Но мы двигаемся вправо, что уже хорошо. Я не хочу опять все это проходить. Ребят, я вам говорил до этого... О, вон убежище там внизу. Если я дойду живым, было бы хорошо. Так вот, я вам говорил, что типа я не против... всего вот этого, что... А я уснул с фонариком? Ну, хорошо. Не против, что меня убивают и тут, и там, и всякое такое. Меня это на самом деле не раздражает, но это не раздражает, когда происходит по-разному. То есть, то тут сожрали, там утащили, там макнули, там окунули. Вот. А сейчас я раз 8 сдох практически на одном и том же, честно говоря. Сколько? Вот 23 минуты серии идет. Но я охренеть как утомился уже за это время. Потому что я играю уже в районе часа. И каждый раз вот эта вот беготня по темноте, по одному и тому же маршруту, заход к вот этому. А, так это переход. А я могу перейти? Меня пустят? Ага. Фиг там меня пустят. А что я теперь должен идти отжираться, да? Потому что я... А я там потерял все возможные жизни, блин. Так, ну я тут еще раз посплю, допустим. Я могу сбить чем-то? Не могу. Но я могу пойти еще раз пожрать. Поспать, в смысле. Пожрать. Спи. Тогда я буду полностью, правда, голодным. Сейчас посмотрим. Там нужно было... Я, по-моему, помню, какой там был иероглиф. Сейчас посмотрим. Мне кажется, следующий, да, который? Или может нас уже пропустят? Сейчас посмотрим. Я не запомнил, честно. Я надеюсь, что нас сейчас пропустят, потому что возвращаться и жрать... Ну, там откровенно и пожрать-то особо нечего было по пути. И возвращаться по этому пути я тоже очень сильно не хочу. Здесь меня пропустят. Отлично. Отлично, 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 отлично. Мы прошли эту локацию, блин, просто офигенно. То, что у меня фонарик с собой, еще большее спасибо, блин. А, каким... как он мне на шару достался в первый раз, и, как... и сколько мне потом стоило трудов его получить в дальнейшем. Это трындец какой-то. Так, ладно. Спать не получится, потому что мне пожрать нечего. А пожрать у нас есть тут. О, стой. Мне копье надо. А где копье возьму?
Что-то... Можно, пожалуйста... А как мне третью-то получить? Стой, внизу что? Мне бы третью фруктинку-то... О! Лучить! Залезь. Так, пожрали. Давайте я постараюсь максимально пожрать. Не-не-не-не. Подожди. Надо вот это я не достану. Ну хорошо. Игра меня типа заманивает внутрь. Жри. Не-не-не, доедай. Хорошо, все, я пошел сохраняться. Ну, как бы, ну его нафиг. Я нашел себе 5 поинтов еды на этой стороне довольно быстро. Тут есть еще, если у меня копье будет, блин, интересно, после сейва у меня копье появится. Если да, я мог бы тут еще пожрать, было бы тоже хорошо, кстати. Ну что ж, от шлюза до шлюза мы дошли, что я считаю огромным плюсом и достижением. У меня теперь просто психологическая травма, я этот фонарик из руки выпускать не буду, на его нафиг просто. Может, я каким-то образом... Ух ты, ё! Еще и такое у нас есть. Прикольно, мне нравится, что каждый раз он дает новые такие вот картиночки, анимации. Может, я и верну себе, кстати, былую славу, так скажем. Ого, ого, ого. Странник, монах, святой, кем только не кем. Ну, во-первых, продолжаем, но нет, я на самом деле не буду сейчас продолжать. Это новая локация. Вправо, кстати, я никакого дальше движения не вижу. Я вижу только вниз. Вправо, смотрите, просто ну, какие-то непредусмотренные, что ли, проходы. Пока что, по крайней мере, из того, что я вижу. Ну, как всегда, жду ваших комментариев, потому что новая локация, темную мы как-то прошли. Я вообще рандомно ее прошел. Спасибо, да, что подсказали, что лучше идти поверху, но поверху вообще не было ни разу проще. Вот. Опять же, когда я каждый раз скакал там вон и подыхал, там же была куча пауков, через которые мне приходилось прорваться. И... Да. Меня теперь будут мучить вьетнамские флешбеки. Все, ребятушки, на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек. Всем покеда.